Всем здрасте, меня зовут Саня, вы на канале Работа Мечты, и добро пожаловать снова назад в СССР, село Простоквашино. И мы, как всегда, рвемся в бой. И кто мечтал о том, что мы будем убирать ту картошку, которую посадили, то твоя мечта свершилась. По крайней мере, писал один человек, но я думаю, что все хотели посмотреть на это извращение. Все любят, когда другие страдают. Нас сегодня пятеро. Андрюха опять где-то пропал без вести, непонятно, учится или нет, или уже умеет. В общем, пока неизвестно. Здорово, мужики. Привет. Здорово. Ну, что, все готовы в море картошки собирать? Всегда готов. О, один только. Остальные не очень готовы. Понятно. Ладно, ну что, вот такие три бибизики у нас есть, которые это... Сделано в Германии, в ГДР, Ford Schrittka S6B, если кто не в курсе. Картофелеуборочные машины, они же свеклоуборочные, только перенастраиваются. Они же собирают всякую, в общем, много чего собирают, отличные аппараты. И мы с мужиками едем сегодня, что с вами, молодой человек? Едем сегодня на уборочку. Так что Серега на машине, как всегда. Макс, ты на тракторе, только, в принципе, можешь оставить погрузчик тут. Цепляй все это, да, на один трактор, синий прицеп и этот драный прицеп тоже. А мы, Артем и Дэн, наша миссия самая важная в этом мире на сегодняшний день. Так что мы едем на этих чудо-аппаратах и будем косить на седьмом поле. Ага. Ну все, по коням. По коням, да. По кобылам. По кобылам? Ну что, вот эти вот бескрайние просторы, картошки придется нам сегодня убрать. Кровь из носу. Приказ партии, ничего не знаю, сказали. И дали три комбайна. Ну ладно, погнали. Хоть комбайны дали, а не руками. Удачи. Ах, удача нам пригодится, спасибо. Погнали. We'll be right back.
ну что, картофельная эпопея продолжается. У нас еще одно поле. Кто мечтал о картошке? А? Ставьте лайкосики, кто мечтал о бесконечной картошке. Ну что, Дэн, как настроение? Да нормально. Пойдет. Нормально, да? В общем, этот, я сейчас еду к этому, к Мише. Там, говорят, выписали нам зила, прикинь, нового. Да ладно, классно. Да, сейчас, короче, надо ехать и забирать. Так что на замену там, где Макс? А Макс где-то еще едет. Там прицеп есть, надеюсь, тоже. Фиг его знает. Сейчас ничего не говорили? Ничего не говорили. Сейчас посмотрим, может у Макса есть... Ой, фу, у этого Макса. У Миши есть прицепы какие-то. Ну что, вы пока тогда начинайте. Сейчас Макс приедет, а я съезжу с кем, наверное? С Серегой. Не знаю, с кем-то как-то съезжу, короче, на магазин. И сейчас вернусь на зелье. Ага. Погнали, Тём. Ага. Так, мчимся, мчимся. Смотрите, сейчас, подождите. Смотрите, подождите, мчимся. Артёма надо выгружать. Я... О, ура. Ну что, теперь любуемся зилом. Смотрите, какой зил. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Красавишна вообще. Вот это теперь заживем с таким зилом. Да, Артём, как там жизнь? Смотри, абсолютно. Видал, чё вообще? Вот это крутяк крутяцкий, навёхонький зил. Где ж они были раньше? Да где хрен его знает, где они были раньше. Вот теперь заживем. Я, правда, не знаю, уедет ли он с прицепом. Но фиг его знает. Сейчас посмотрим. Так, а ты мне, получается, сейчас полностью сюда забьешь. Так, отлично. Залезает десяточка. Так, как бы тут развернуться? А, я сюда поеду. Куда мы еще поедем? А вот туда поедем, там Дениса заберем. А, Макс еще. Макс. Так, а Макс? Макса бы на комбайн посадить, что ли? Комбайн простаивает. В общем, сейчас определимся, что куда кого, как. We'll be right back.
Ну что, вот такая вот у нас картофельная эпопея получилась. Вот тут уже заготовили морковные эти фигни. Сейчас у нас еще на завтра морковка готовится. Так что, жуть, надо ехать, короче, к Никодимычу. Говорит, чтобы выписывал второго зила. Потому что, я не знаю, пусть достает где хочет. Маз, кстати, тот, что был маз у нас, мы, получается, взяли у Миши там, в общем, на автобазе. Потому что на газоне вообще не было вариантов. Маз хотя бы там 25 тысяч литров берет. Так что вот так, в общем, все ради вас. Мы убрали картошки 30 миллиардов тысяч километров. Хотела бы, если по одной выложить картошки, то до Марса бы хватило бы. Ну или до Луны, как минимум. Вот, всем огромное спасибо, что смотрели. Не забудьте обязательно поставить палец вверх, написать комментарий и поделиться ссылкой на канал с друзьями за вот это вот все, за то, что тут мы терпели эту картошку. Спасибо бригаде за работу. Всем всего хорошего. Все ссылочки в описании. Пока-пока.